Приветствую, YouTube. Сегодня на смене очередной на Яндекс.Еде. Вот. И сейчас все расскажу. В общем, вчера была очень плохая смена, тоже 9-часовая. И я, получается, заработал всего лишь 2700 за 9 часов. Вот. А позавчера 3400. И сегодня мне еще Яндекс выдал опять бонус. Плюс 660 рублей за 25 заказов. Но 25 заказов — это овер до хера. То бишь, если я в тот раз много еще слотов брал сверху, чтобы выполнить это, то сегодня я этого делать не буду. Свои 10 часов отрабатываю, и все. Если если все будет как в тот раз, если сегодня будут заказы идти так же хреново, как вчера, то нафиг мне это надо. Я вчера точно не выполнил и 20, наверное, заказов. А если как в среду, у меня было 28 заказов за день за 9 часов, то тогда без проблем выполню и получу свои 660 рублей. Но стараться их получать не буду. Только если там 1-2 заказа останется, продлю слот. Вот. Ну и типа, вчера я не снимал, и поэтому заказов было, может, мало. Посмотрим, может быть, как-то это повлияет. Еще сейчас, наверное, очень много курьеров выходит на работу, потому что Яндекс тут пообещал, типа, суперприз 250 тысяч за какие-то там бонусы. Они, может, все решили повыходить, поучаствовать в этой супер-мега-акции от Яндекса. И теперь большая конкуренция на заказы, и вот я уже, получается, 20 минут гуляю, и заказа так и нету. Ладно, поеду на какую-нибудь точку потихонечку. Если не будет заказов особо, то я съезжу на Ладожскую. Мне там обещали новую сумку, более удобную. Вот хотя бы так сделаю. Ну что, поздравляю, первый заказ. Я уже еду его доставляю из Озерков. Супер маленький, легкий. Вот. Второго еще не поступило, но надеюсь, я сейчас выйду из этого дома и прилетит второй заказ. Иначе, ну блин, печально. Надо хотя бы 3 заказа в час выполнять, чтобы выйти в ногу. Второй заказ отвез только что. Здравствуйте, уже время 11 часов. Ну и как бы это только второй заказ, поэтому не знаю. Я потихоньку двигаюсь к Ладожской. Буду двигаться дальше. Может, косяки будут приходить. Сегодня все печально, уныло. Третий заказ, 12:30 уже. Заказ полчаса — это очень плохо. В Макдаке сейчас готовили очень долго заказ. Так что, блин, навряд я выполню этот план. Если только мультизаказов не накидают, штуки 4-5, да, может быть, получится. А так, ну, это невозможно. Не буду я брать дополнительные слоты, чтобы получить дополнительные 600 рублей. Не хочу. Ну а так, катаемся еще.
короче, пришел мультизаказ, время уже 12:30. Ну, только мультизаказ у меня сегодня и выручит. Иначе полный провал сегодня. Ну, сейчас еще ждать, пока в теремке это все два заказа. Кто-то будет обычно. Ну, короче, заказики пошли. Сейчас потихоньку выполняю, двигаю в сторону ленты. Некоторые заказы очень медленно выдаются, но выдаются и выполняются. Сейчас будет супер лента. Вот. Что сейчас времени особо снимать не будет. Что-то появится, отметить. Короче, позапрошлое видео я закончил вот на азбуке вкуса, потому что не дождался заказа. Это, короче, полный отстой. Уже полчаса жду заказ. У меня мультизаказ. Еще шаверму надо забрать, она уже давно готова. А здесь все никак не могут собрать 7 позиций и выдать. В общем, это если будет выпадать звука вкуса, нафиг скидывайте этот заказ, потому что это пипец. Потратите время зря. Ничего не заработаете. Короче, я тут так лоханулся сейчас. В общем, выполнил все этот заказ. Я не час он прошел с того момента, как я приехал в этот азбуку вкуса. Это на московской, на Московских воротах, который это самый худший магазин. Уже дважды попадаю в эту ситуацию, что жду заказ очень долго. Короче, я тут все питал надежду, хоть какую-то, хоть слабую, что я смогу выполнить эту свою цель, типа на 25 заказов, на 600 рублей дополнительно. А сегодня 16 августа, а оно 17 будет только. В общем, завтра-то я не буду работать, как бы у меня выходной. Так что вообще провалить, ну или нет, ничего не просру, зато просто выполню свои сегодня заказы. Ну хотя бы в 2000 надо вырваться. Сейчас посмотрим, сколько мне за этот дурацкий мультизаказ дали. С меня 1400. Ну, в общем, всего лишь 200 рублей за час, считайте, я заработал с этим мультизаказом. Вот. 1432 рубля. Сейчас уже почти 4 часа. А работать осталось всего лишь 3 часа. Я до 7, а сейчас уже почти 4. Ну, 2000 я точно смогу еще заработать, как бы это 3-4 заказика. Вот. Но это все печально. Печально. Да. В общем, ладно, сейчас уже ничего снимать особо не буду. Может, дорогу немного сниму и потом в конце отчитаю все-таки, как мой день закончился. Все. В общем-то, осталось мне работать еще час. Сейчас я выполняю очередной мультизаказ. Вот я уже заработал 2400. Ну, сейчас я выполню этот заказ свой, и у меня будет 2400. Вот. И еще из 5 часов выпал заказ. Так что 2,5 я в итоге сегодня заработаю точно. За рюкзачком я так и не съездил, за рюкзачком не доехал. Вот так.
Ну, короче, закончилась эта моя смена. Долго и мучительно. Давайте посмотрим, сколько я в итоге заработал, потому что я сам не знаю. Еще такой баг бывает, что после каких-то сообщений в итоге постоянно Яндекс выдает эту вот, ну, короче, переносит на старые сообщения. Так. Ну, я заработал типа 2800. Что-то вдруг случилось. Заказы поперли. И я вышел вот на 2816 рублей. Я не знаю, еще по идее должны заплатить за переработку. И что-то там было написано, что мне должны заплатить за то, что я ждал долго в этом. В Азбуке Вкуса. За это мне тоже типа должны заплатить, но я не знаю. Либо завтра утром опять придет типа дополнительное, либо позже. Но на данный момент такая вот цифра. За 9 часов это, конечно, мало. Но и по моим расчетам должно получаться, ну, вот это 14 у меня получилось. 3400. Это топ. Ну, нормально, за 9 часов. А это так, это все, конечно, мало отстойно. Ну, в общем, такая вот работа. Понесся домой.